там велосипеде наш блять, ну не придурки, а я в шоке. Нормально. Ну поснимай этот дебилизм, а. Смелый дед. Я в ужасе, блядь. Понятно, что ветеран на телеке, на велике против танка. Он снайпер лежит. Смотри, аккуратно, чтобы. Снайпер с глушителем, никто танк. Сюда не целился, никто. Сейчас прикинь, сейчас выстрелит танк еще, вот это будет жесть. Снимай, снимай, тихонечко. Эти спрятались за машину, бегут, с тебя бегут. Тебе бегут. Ой, блядь, господи, солдатики, мои хорошие, шо вам, блин, здоровье, блядь. Да хера вам здоровья бы, шо вы, бля, все чисто бегут, он с гранатометами, с РПГшками. Снимай, снимай. О, они туда вперед, да? Да. Садись. Они туда прогоняют, видать. Кого что там русские? Ля, о, пацанва идет, ля наша. Капец, идут гуляют. Я в шок. Ты представляешь? Я в шок. Шмаляют, а никто не боится. Ля, гуляют, блядь, молодежь, мужики. Я в ужасе. Ты представляешь? А бабушка по подвалам прячется. А эти, блядь, шастают. Какой-то кошмар, да. Танк начал поворачиваться на нас. Ты шо, Дань? Ты не пугай. Не, ну реально, я сижу на нас. Дань, ну не это самое, не пугай меня было это, ты шо? Ну, видать, целятся по дороге, потому что у нас же там направо идет. Выключай, отсылай линию.